Это «Вести утро» Карачаева-Черкесия. В студии Альбина Курачинова-Кенжева. Здравствуйте. Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами небольшие осадки. Дождь и мокрый снег. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Днем в горах порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, плюс 3. В горах минус 2, минус 7. Днем плюс 13, плюс 18 тепла и местами плюс 3, плюс 8. Ночью и утром местами на дорогах гололедица. В Черкесске без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 15-17 тепла. Коммунистическая партия Российской Федерации и региональное отделение Всероссийского женского союза «Надежда России» в Ногайском районе организовали мероприятие, посвященное яркому весеннему празднику. На торжество пригласили семьи военнослужащих, участвующих в СВО на Украине. Альбина Ламкова продолжит тему. Мой муж находится на спецоперации, находится с самого начала. Очень скучает, Богу плачу. Приятно, что поддерживают. Для нас это очень как бы важно. У вас сколько детей? Двое, третьего вот ждем. Сегодня в жизни современной женщины многое изменилось. Их сыновья, мужья – истинные патриоты своего отечества, готовые всегда встать на защиту Родины. В этот момент невозможно словами описать то, что переживает сердце матери, жены, любимой женщины в тревоге за своих близких. У Батакосы Жемагуловой муж сейчас в Сирии. Она старается не унывать и с оптимизмом смотрит в будущее. Я желаю терпения, сил, чтобы наши мальчики вернулись все оттуда поскорее. Спасибо большое тем, кто нас поддерживает вот в такое тяжелое время. Родственники военнослужащих поблагодарили гостей за оказываемую поддержку и внимание, а также всех неравнодушных жителей республики, которые вносят благотворительные взносы. В свою очередь, со словами глубокого уважения и признательности к матерям и супругам обратились и организаторы мероприятия. Пожелали им крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Пригласили сюда с каждого района по два человека, маму или жену, от кто там есть у них. Каждый из них достоин того, чтобы мы обратили на них внимание. Такое маленькое, это то, что то долика немножко, что мы можем для этих людей сделать. Мы считаем, что вот трудное время для них, очень важно поддержать их морально, отметить именно их выдержку, терпение, что у них есть. И пожелать прежде всего, чтобы их дети вернулись целыми и невредимыми. Мероприятие прошло в уютной атмосфере. В перерывах между душевными разговорами всем женщинам, чьи сыновья и мужья сегодня защищают интересы страны на передовой, вручили памятные подарки. Поддержка земляков сегодня особенно важна для них. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, «Вести», Карачаево-Черкесия. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдут «Вести. Северный Кавказ». Затем вашему вниманию будут представлены программы русской редакции. В 14:30 смотрите «Вести» с Мадиной Лайпановой. Удачного дня и хороших выходных. До встречи в эфире.